раз, такого ракурса я еще не снимал. Харьков, 26 декабря 2019 года. Плюс 3. И тут у нас звездопад. Сегодня солнечное затмение, которое, к сожалению, не видно в Европе. Да, в общем-то, если бы было видно с такой погодой, плюс 3 и тучи сплошные, конечно. Вряд ли бы мы это затмение ощутили. Как говорят, на Пушкинской такая же. Ладно, я вообще-то по делу продвигался в сторону центрального рынка. А, ну Дедушку Морозову, чьи этого, Санта-Клауса, надо, пожалуй, снять. Удачно. Газелька пытается влезть вместо оленей. Но не судьба.